Сегодня хочу предложить вам 5 рецептов помидоров без стерилизации. Помидоры с виноградом. В чистую банку закладываем небольшие помидоры и виноград. В другую банку кладем чили, перец, помидоры. У меня мелкие сорта помидоров. Помидоры с яблоками. Берем яблоки, у меня зимние сорта. Яблоки освобождаем от семян, нарезаем на 4 части. Все перекладываем слоями. Яблок нужно на 3-литровую банку 2 штуки. Следующий способ с чесноком и луком. Кладем очищенный чеснок, гвоздику, черный перец горошком, душистый перец и помидоры. Чередуем с кружочками лука. Ассорти из помидоров и перца. Насыпаем в банку перец горошком, лавровый лист, укроп, 2 веточки. Насыпаем помидоры, жгучий перец, болгарский перец, кольца лука, чеснока. Все слоями. Итак, мы уложили 5 банок. Теперь заливаем все кипятком. Ждем 20 минут. Сливаем, кипятим и заливаем повторно. Снова ждем. На третий раз сливаем и добавляем сахар, соль и уксус. Доводим рассол до кипения, заливаем в банки и закатываем стерильными крышками. Хорошо укутываем до полного остывания. Вот такая заготовка у нас получилась. Вкусы у всех баночек разные и все очень хорошие. Советую вам приготовить. Приготовьте по одной баночке на пробу. Хороших вам заготовок. А сегодня пока-пока.